Реальные приключения Мандалорца. Педро Паскаля, американский писатель комиксов Грейс Рэндольф, поделилась деликатной информацией с журналистами насчет происходящего сумбура вокруг телесериала «Мандалорца» и, в частности, задевающего главного героя Педро Паскаля. Прямо на съемочной площадке, где снимался второй сезон космического вестерна. Конфликтная ситуация нарисовалась в связи с желанием востребованного актера добавить дополнительные сцены в уже регламентированный сценарий. Киноактер хотел показать многотысячной публике своего персонажа Дина Джарина без шлема. Некоторые сотрудники поддерживали интересную идею чилийского американского исполнителя основной роли сериала. Из-за так называемого главного убора он лишился привилегированной кинопремии, так как его лица не светилось в кинофильме. Педро Паскаль решил обратиться за помощью к руководству Lucasfilm, чтобы те появили на команду специалистов. Киностудия подразделения Walt Disney Studios быстро отреагировала на запрос чилийца, но несмотря на их непосредственное вмешательство в производственный процесс, неотложные отношения внутри съемочной группы остались неизменными. Рассорчившейся команде пришлось пройти определенные компромиссы, дабы закончить проект.